Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам женские ботинки немецкого бренда марка Тоци. Верх модели выполнен из натуральной кожи теленка, мягкого, прочного и эластичного материала. Лаковый блеск придает обуви элегантный и торжественный вид. Обратите внимание, что в моделях из лаковой кожи нога дышит меньше, чем в обуви из гладкой кожи. Ухаживайте за ним правильно. Давайте обуви отдохнуть, и она надолго сохранит свой превосходный внешний вид и блеск. Шнуровка регулирует посадку. На боковой части ботинок находится металлическая молния. С ней вы сможете обуваться быстрее и удобней. Металлические люрсы защищают кожу от повреждений. Подкладка и стелька из текстиля позволяют ногам дышать и меньше потеть. Обувь можно носить в течение долгого времени и чувствовать себя комфортно. Подошва выполнена из эластичного современного материала – ТПР. Прочная подошва не сотрется от длительного ношения и не боится влаги. Устойчивый каблук высотой 4,3 см подойдет женщинам любого роста и комплекции. Носить эти ботинки в стиле casual с удобной одеждой базовых цветов. Они дополнят образ из черных джинсов, вязаного свитера и дутой куртки. Также будут хорошо смотреться в сочетании с кожаной курткой или пальто. Почувствуйте комфорт с вашими новыми ботинками марка Тоци.